«Седьмая печать» – один из самых влиятельных фильмов в истории кино. Это также очень важный, очень знаковый фильм для европейской культуры. И, наконец, это своеобразный Рубикон в творчестве Ингмара Бергмана. Для того, чтобы понять контекст, в котором происходит действие этого фильма, необходимо вернуться на 70 лет назад. Источником вдохновения Бергмана при съемках этого фильма послужили Кармина Бурана Карла Орфа. Это кантата, написанная немецким композитором Орфом в 1936 году, основанная на песнях средневековых вагантов, бродячих музыкантов, и выражающая, ну, как многие считают, некое предчувствие катастрофы, которое должно было произойти с Европой в ближайшие годы. Другой источник вдохновения – это, собственно, росписи в церкви, который Бергман с детских лет привыкал разглядывать, присутствуя на проповедях, присутствуя на выступлениях его отца. Эти росписи содержали образы рыцаря, который играет в шахматы со скелетом, воплощающим смерть. На них появлялась смерть, которая пилит дерево жизни, на кроне которого сидит кричащий от ужаса человек. И, конечно, грандиозный образ «Данс макабр», «Танца смерти». Вот все эти образы присутствуют в фильме, все эти образы стали знаковыми. Очень многие вообще образы из этой картины, они, ну, сегодня являются не просто знаменитыми, не просто культовыми, не просто многократно пародирующимися, но они просто вошли в ткань нашего мышления. Мы можем увидеть их в готических фильмах, скажем, «Маске демона» Марио Бавы или «Маске красной смерти» Роджера Кормана. Мы можем увидеть их в фильмах Пауля Верхувена «Четвертый мужчина» и «Плоть плюс кровь». Мы можем увидеть их в фильмах Алексея Германа. Это действительно одна из самых влиятельных картин в истории кино. Han sitter där borta och spelar med döden själv. Får inte säga så. Vi måste försöka komma undan. Но надо сказать, что восприятие этого фильма, когда он вышел, было совсем неоднозначным, было не обязательно восторженным. Сам Бергман говорил о том, что премьера фильма в Швеции была провальной. И этот фильм выдвигался от Швеции на «Оскар», но не вошел даже в пятерку номинантов. И на Каннском фестивале он получил специальный приз жюри, но это далеко не первый приз, это не «Золотая пальмовая ветвь». Публика, как утверждали критики, как большинство из них были благосклонны к фильму, она как раз восприняла его на ура, потому что он отвечал каким-то какой-то боли, какой-то внутренним исканием людей того времени. Вот. Но при этом как бы интеллектуальная публика, она достаточно скептически относилась к нему. У него многие хвалили работу оператора Гуннера Фишера и, разумеется, актерские работы Макса фон Зюдова и других исполнителей, но при этом, скажем, ругали сценарий Бергмана за прямолинейность религиозных аллюзий и некую такую протестантскую аскетичность. Но вот этот спорный момент, да, возможно, связан с тем, что европейским интеллектуалам было достаточно трудно воспринять вот этот богоискательский пафос картины, потому что в то же время, примерно в то же время, на 3 года позже, вышла другая очень знаковая картина «Сладкая жизнь» Феллини, которая на самом деле, если вдуматься, тоже связана с темой молчания Бога, но дает на нее другой совсем ответ. Если у Бергмана это такой иступленный, как бы полный внутреннего горения, страстный поиск, да, то в фильме «Сладкая жизнь» это ответом становится такой языческий гедонизм, циничный языческий гедонизм. И, в общем, можно сказать, что между двумя вот этими полюсами, между вот этой северной аскетичностью протестантизма и южным гедонизмом языческим, окажется все европейское кино в 60-е годы, в последующее десятилетие. Ну и мы знаем, собственно, какой путь выберет Европа из этих двух. Мы знаем сегодня, к чему это привело. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte, talar till mig. Все помнят вот этот знаменитый кадр с танцем смерти, и очень многие считают, что им фильм заканчивается. Но на самом деле нет.
Обратите внимание, Бергман не заканчивает фильм танцем смерти, как многие считают. Он просто врезается в память, как очень эффектный. Но заканчивается фильм на самом деле оптимистическим кадром. Знаменитый американский кинокритик Роджер Иберт сказал как-то, что этот фильм «Седьмая печать» вызывает у нас дискомфорт, у нас сегодняшних дискомфорт, тем, что он задает вопросы о молчании Бога, а современное кино, оно больше увлечено трепотней людей.